величайший из всех мудрецов всех времен народов, Сократ говорил: «Я знаю то, что я ничего не знаю». После этого добавлял: «Но другие не знают даже этого». Очень важно признаться себе в незнании. Если вы будете понимать, что другие люди – это загадка и тайна, эта загадка и тайна будет манить вас. Если вы будете на каждого человека при первой встрече, через 3 секунды общения, вешать ярлык и говорить: «С ним все понятно», вы никогда не проникнете в его внутренний мир. И в ваш внутренний мир этот человек тоже не получит доступ. Если вы хотите не чувствовать себя одинокими, допустите, что в других людях так же сложно, так же интересно, так же многогранно, как и в вас самих.